студенты РАУ встретились с ИО главы делегации Европейского союза в Армении Дирком Лоренцем. Инициированное Институтом права и политики РАУ мероприятие состоялось 20 марта. Дик Лоренс говорил о внутренней и внешней политике ЕС, отношениями как с дальними государствами, так и с соседями, в том числе с Арменией. Это направление является одним из приоритетных для Европейского союза, в связи с чем спикер упомянул о парафированном недавно Арменией и ЕС документе о расширенном партнерстве, который откроет новую страницу в двустороннем сотрудничестве. Укреплять сотрудничество ЕС намерен и с нашим соседом Ираном. Конфликтные зоны также в прицеле внимания Евросоюза. В Сирии, в Афганистане организовываются международные конференции, главная цель которых – установка на мир. Дик Лоренс упомянул и о кризисе внутри Евросоюза. В частности, речь пошла о громком Brexit и предположениях о том, как будут развиваться события для обеих сторон. Говорили и об отношениях с США, в частности, новым президентом Штатов. И тут, по мнению Дика Лоренса, важны не громкие слова, а конкретные действия. That is why we